Добрый день, всем крепкого здоровья, благополучия. Приветствую вас на YouTube-канале Стороженко Владимир. Отчет для уважаемых заказчиков. Сегодня 20 июня 2022 год. Заехал сегодня на третью смену, первый день. Начал работать в 12:30, получается, пол первого. Сейчас время пол девятого. Ну, все по плану. Что хочу сказать? Ну, все, мошка. 20:30, ну это Уссурийский район, район села Борисовка, возле Суйфуна, летний полевой тренировочный лагерь Суворовского училища. Вот рекомендую на комарник пчеловодческий, 350 рублей в спецназе. Сейчас вот оденем и будем работать дальше. Ну все, у нас все получается, все по плану, работаем под землю, вот такое качество. Это вот получается, вот если отсюда 70 метров, вот такое качество. Пласт еще зацепил. Вот, у меня новый штиль, 250-й триммер. Он говорящий. От уважаемого свата Олега Валерьевича достался мне. Вот, и он мне говорит, завтра будет дождь. Ну и вроде как на всю неделю. Поэтому вот фонари уже зажгли. По максимуму сегодня поработаю. Стрельбище сделаю, это тактическое поле. И пройду вокруг корпусов, вот офицерских домиков. Потому что сегодня девушки очень талантливо отмыли все. Вот эти все сэндвич, вот эти панели, да, все отмыли талантливо. А завтра дождик передает, чтобы не забрызгать. Вот мне мой штиль говорящий говорит, Володя, надо это по-сухому прокосить быстренько, тем более фонари зажгли. Так что сегодня по максимуму зачет, 20 июня зачет. Вот, и стрельбище сделаем. Все отчеты на YouTube-канале Стороженко Владимир. Рекомендую на комарник, кто собрался на природу. 20:30, уже мошка. Все, сетевой маркетинг я делаю лучше. И что хочу сказать. Работаем же мы очень плотно. Поэтому, видите, надо в организм вкладываться. Вот я рекомендую БАДы компании Full Life Research 4life.dv.ru, 4life.com для компетентного иммунитета. Потому что иммунная система является штабом армии для всех 12 систем организма. И костная, и мышечная, и нервная, и кровеносная. Поэтому вот Full Life Research 4life.dv.ru, 4life.com. Потому что в щеля я вкладываюсь, и воздушный фильтр, там, и смазка. И новая катушка там, и бензин хороший, и...